Магаданской областной думе прошло заседание Комитета по социальной политике. Депутаты рассмотрели несколько вопросов, в том числе внесение изменений в закон о дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей. С 1 января 2012 года одним из направлений использования средств материнского регионального материнского капитала является получение денежных выплат. Максимальный размер выплат у нас в настоящее время составляет 40 тысяч рублей. Проектом закона предлагается увеличить размер денежной выплаты до 60 тысяч рублей. Это позволит оказать дополнительную материальную поддержку семьям в связи с рождением и воспитанием детей в условиях введения в отношении Российской Федерации экономических санкций. Также рассмотрели законопроект о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. На реализацию этой меры поддержки в 2022 году планируют направить 599 миллионов рублей. Проектом закона предусматривается предоставление ежемесячных денежных выплат семьям с низким доходом, воспитывающим ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, в размерах, установленных указом президента Российской Федерации, определяемых, исходя из размера среднедушевого дохода семьи с учетом самой ежемесячной выплаты. Размер выплаты в базовом варианте составит 50% величины прожиточного минимума, установленного для детей в Магаданской области на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты. В случае, если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом этой выплаты в размере 50%, не превышает величину прожиточного минимума населения, тогда выплата устанавливается в размере 75% величины прожиточного минимума на детей. Если размер среднедушевого дохода и в этом случае ниже величины прожиточного минимума, в таком случае семья получит выплату в размере 100% величины прожиточного минимума для детей. Как отметил вице-спикер Заксобрания Андрей Зыков, эта работа прежде всего продолжение осуществления тех планов, которые уже реализуются на территории Магаданской области в соответствии с указом президента. Мы закрываем, так сказать, мерами поддержки как раз вот этот вот, ну, несколько выпущенный, да, промежуток от 8 до 17 лет. Вот. Несмотря на все вот эти ситуации, которые происходят, да, он все равно будет являться, ну, большим подспорьем для тех семей, которые как бы, ну, нуждаются, потому что обязательно будет учитываться нуждаемость. Но все вопросы согласованы. Я думаю, что он, конечно же, будет принят единогласно. И это значительное подспорье вот тем семьям, которые имеют детей.